Еще утром 9 апреля здание на Канатной 5 обрушилось. Причиной обрушения эксперты почти сразу назвали ремонтные работы внутри здания. Заказчик этих работ, а по совместительству и собственник помещения, почти сразу приступил к разборам завалов и пообещал восстановить здание в исходном виде. Однако живет в этом доме далеко не он один. Так как округ, в котором находится этот дом, без депутата, люди обратились к другому представителю горсовета. Таким представителем оказалась депутат соседнего округа Лилия Леонидова. Но стоит отметить, что переваливать всю работу на нее плохая идея, а местным жителям уже давно следовало подать жалобу в ГАСИ и правоохранительные органы. Когда ко мне обращаются жители, неважно с какой части города, я всегда реагирую, наверное, об этом знает уже весь город, поэтому... Когда мне позвонили в день обрушения жители непосредственно с той жилой части дома по адресу Канатная 5, я, естественно, сразу отреагировала, приехала на место, вызвала все необходимые службы, потому что первый вопрос, который стоял у жителей, даже не судьба обрушенного дома, той части дома, который был, а именно судьба той части дома, которая находится жилая, с семьями, с детьми и так далее. Мы чекаем до 25 квітня, вони нам мають надати відкориговану документацію. Враховуючи сучасний стан зараз, Уже у документації ми будемо дивитися, що вплинуло на це, чому так сталося, і приймати рішення, чи давати їм дозвіл надалі реставровувати, чи не давати їм дозвіл. Дивіться, там організацією, підрядником заключаються два договори. Перший – це авторський нагляд, другий – технічний нагляд. І відповідальні за все це проведення робіт там були вони по договору. Я наскільки знаю, там міське управління виходило під час проведення робіт, вони виходили, не фіксували там факти, що було. Ми вже там були. Коли був обвал. Насколько законными были те работы, пока устанавливается. Однако в это же время собственник уже других помещений установил вот эту вот лестницу и переделал окно дома памятника архитектуры в дверь. Никаких документов и разрешений у него на это нет. Работы в здании проводились по проекту компании «Экострой», которая принадлежит Владимиру Суханову. Эта фирма выполнила в Одессе немало работ, связанных с памятниками архитектуры, в том числе и Потемкинскую лестницу. Потому мы и связались с владельцем, чтобы узнать о возможных причинах обрушения. Понятно, что очень плохое состояние здания, это понятно. Но предусматривалось проектом не только конструктивные, но и технологические мероприятия. То есть временные крепления их только начали делать, не успели. Если бы успели их сделать, то это не произошло бы. Вот это первое. Второе, мы видели, что там, вот и вы, наверное, знаете об этом, прямо напротив угла здания провалился асфальт. Большегрузные автомобили почему-то вдруг вот начали где-то за неделю вроде бы ездить. Из переулка на Химово выезжали груженные, не знаю, чем, но загруженные. Говорят, глиной, но опять-таки, мало ли, не важно. Важно, что это большие грузы с большим весом. Они не вписываются в поворот. Они бежали на пешеходную часть и как бы спрыгивали. На место обрушения даже выехал мэр Одессы Геннадий Труханов, однако тот поспешил назвать дом нежилым. Позже выяснилось, что его обслуживает ЖКС Портофранковский, и люди в нем все же живут. В этом доме в целом живут люди? Я понимаю, что эта часть нежилая, но в целом живут, в доме живут? Конечно, живут. А не знаете, что с ними сейчас? Ну, то есть их отселили или пока не... Нет, они живут, они поделали ремонт, и живут люди. Никто не выселял и ничего абсолютно. Нас тут волнует, у нас вот общая щитовая вот с той стороны. Вот это нас очень беспокоит, как будет дальше. Потому что мы все подключены, и наш дом напротив. Пока перебоев не было? Незначительные. Так это мелочи. Контроль за выполняемыми работами в памятниках архитектуры лежит за областной государственной архитектурно-строительной инспекцией. Действовать в инспекции могут как по заявлениям, так и в ходе обычного мониторинга состояния зданий. И именно они могут посодействовать открытию уголовного производства. Вот только кажется, что в ГАСИ даже не слышали об обрушении памятника на Канатной. То есть этим занимается ДАБИ Украины. С какого периода? С 14. С 14? 2014 года ДАБИ Украины выдает все разрешения на строительные работы по ССДИ. Но они и туда не обращались? Мы не знаем, обращались ли они туда или нет, но как бы к нам точно не должны были подаваться. Но контролирующим органом здесь являетесь вы? По памятникам архитектуры, да, являлись мы. Но у вас нет вообще информации никакой по этому?
Даже жалоб не было. Сейчас мы ждем результатов экспертиз, которые пообещали нам предоставить в департаменте культуры АГА и ЖКС Порто-Франковский. По предварительным оценкам, здание все же выстоит, однако сколько дискомфорта это принесет местным жителям, можно только представить. УСИ продолжит следить, как будет развиваться ситуация вокруг этого памятника архитектуры.